Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі програма «Чим живе область?». Я Федір Бондар. Сьогодні гостя нашої студії Світлана Дмитрівна Дегтярьова, заступник директора Миколаївського державного вищого музичного училища з виробничого навчання. Я вас вітаю. Основний привід для нашої сьогоднішньої розмови – це участь і успішна участь представників Миколаївського музичного училища у черговому фестивалі «Провесінь», який цими днями відбувався в Кропивницькому, колишній Кіровоград. Цього року, до речі, на фестиваль завітала рекордна кількість виконавців, юних виконавців з усієї України, майже 500. І в тому числі, звісно, з Миколаєва, які непогано виступили. Маємо відеосюжет наших колег з Кіровоградщини, невеличкий, а потім вже продовжимо бесіду в студії. Це рекордна кількість учасників, відзначають організатори не тільки для Кіровоградщини, а й для України. Свої музичні досягнення конкурсанти демонструють у 9 номінаціях. Це гра на народних інструментах, серед них баян, домбра, цимбали, сопілка та інші. В рамках фестивалю заплановані концерти, конференції та майстер-класи для учнів музичних шкіл та училищ. Їх проводять визнані музиканти та професори Національної музичної академії імені Чайковського. Ви знаєте, цей конкурс особливий, знаєте, тому що тут особливе ставлення до музикантів, до цього ж конкурсу. От, в нього вже є якісь свої традиції, люди сюди вже вивчили дорогу. Зараз конкурсів багато, але вони бувають не такими численними і люди ще не дуже знають. Конкурси є, крім цього, але цей особливий. Особливий, тому що вся Україна їде. На цьому конкурсі, на радість мою, я здесь вже як ветеран з 9-го конкурсу. Я завжди безперервно тут журю секцію, голова секції гітари. Мабуть, найчисленнішої секції гітари. Гітара і бандура такі самі багаті. Ну, що можу сказати, конкурс – це дійсно знаковий. Наприклад, щоб так, цифрами. Наприклад, переважна більшість з мого класу, з 9 студентів всіх курсів, більшість пройшла Кіровоград. Це як апробація. Не обов'язково там приморці, перші премії, там, другі, треті. От. Але тут пройшли свою апробацію таку на свою творчу на цьому конкурсі. Ну и главный вопрос, Светлана Дмитриевна, кто участвовал от нашего училища и каковы результаты? В конкурсе «Провесень» ежегодно участвуют студенты нашего училища отдела народных инструментов. Этот конкурс уже много лет проводится, к большому уважению Кировоградского музыкального училища и управления культурой Кировоградскому. И вот, несмотря на то, что он всеукраинский, кажется, вроде международный, должен быть сложнее. Но я в силу своей вот работы не участвую, а сопровождаю коллективы, сопровождаю иногда ребят, которые участвуют в других конкурсах международных. И сравнивая с этим, я понимаю, что это очень сложный конкурс. Очень сложный конкурс, и к нему большой интерес со стороны вот, специалистов высших учебных заведений. Они присматриваются к исполнителям, которые, возможно, потом станут их студентами. Вот. И наши студенты регулярно участвуют, и регулярно на них получают хорошие, высокие места. Привозили даже гран-при, привозили первые места. Это конкурс исполнителей на народных инструментах. То есть это бандура, как вот сказал член жюри, это домра, это гитара. Ну вот в этом году участвовали наши ребята. Бандуристка Анастасия Громовая, которая уже в этом конкурсе участвует не первый раз. В этом году она заняла первое место в двух номинациях. Как исполнительница на бандуре, на инструменте, и как исполнительница-вокалистка. Сама себе играя, исполняя, она заняла в обеих номинациях первые места. Участвовал студент 4 курса Евгений Буйвол. Тоже участвовал второй раз. Этот раз он выступил менее успешно. Но вот вы слышали, что говорят, что этот конкурс небывалый по количеству участников. И вот наши преподаватели, которые сопровождали студентов, говорят о том, что уровень конкурса был высочайший. Просто исполнительская культура была на очень высоком уровне. И, конечно, в таком конкурсе сражаться очень тяжело. Он привез этот раз второе место. Также участвовали еще
дамристы. Четверокурсница Юля Вилямовская, она тоже заняла второе место. И первокурсник Сергей Жижерун, который тоже занял второе место. Но вот их преподаватель Татьяна Александровна Дмитренко говорит, что эти вторые места, они так дороги им, потому что на фоне того, что они слышали рядом с собой, много надо было собраться мужества, чтобы поучаствовать в борьбе с такими сильными исполнителями. Но вместе с тем мы довольны результатами, мы ждем наших конкурсантов, мы уже написали им поздравительное объявление с тем, что мы поздравляем их и ждем, пусть они приедут и почитают, что мы рады за них и рады за то, что этот конкурс процветает и много лет уже вот так вот выявляет таких замечательных ребят, как наши. До этого поступали, выступали в конкурсе ребята тоже, гитаристы часто участвовали, в этом году нет. Ну, вы знаете, как год от года разные ребята к нам приходят, разные по уровню своих талантов, работоспособности. Ну, вот сейчас у нас яркие ребята такие, которые поехали и вот доказали, что таки да, они сильные, хорошие ребята, мы рады за них. Поздравляем вас. Ну, а в принципе, вот фестивальная конкурсная деятельность, именно это направление, насколько это важно при подготовке музыканта и в чем основная вообще значимость? Вы знаете, это очень важно. Это очень важно, потому что ребята, участвуя в конкурсе, во-первых, это очень тщательная работа, большая и тщательная, потому что конкурс это, знаете, как под микроскопом, как вот все детали, все это играет роль, потому что приезжают же не просто ребята, просто захотел и принял участие, готовятся такого же уровня. Вот конкурс «Провесень» – яркий пример тому. Это конкурс для учебных заведений нашего уровня. То есть это студенты, это уже люди, получающие профессиональное образование. Вот. Они слушают уровень рядом выступающих конкурсантов. Они знакомятся с произведениями разными, они обогащают свой репертуар, они закаляются, они становятся выносливыми. Знаете, есть такое вот выражение в спорте, что этот спортсмен опытный, у него за его плечами опыт участия в разных международных соревнованиях. Угу. То же самое можно сказать для наших, потому что выход на сцену, даже самую маленькую и самую скромную, это всегда большая воля, это всегда большие волнения, это всегда большая ответственность. И вот закаляясь в этом, они, в общем-то, растут как профессионалы. Они совершенствуют свое исполнительское мастерство, они привыкают к сцене, они, может быть, к сцене уже не столько боятся, сколько вдохновляются сценой. И все это делает их более талантливыми и более профессиональными. Да. Ну, если по ближайшим планам, опять-таки, конкурсы, фестивали, что планируется? Вы знаете, мне хочется, вот в связи с тем, что мы говорим сейчас о народных инструментах, сказать, что у нас в марте, 24, 25, 26 марта, состоится второй уже фестиваль народной инструментальной музыки. Первый прошел 2 года назад и с большим успехом. Приезжали коллективы, отдельные исполнители из Одессы. У нас в Николаеве. У нас в Николаеве, да. Все прослушивания, все фестивальные дни проходили в зале первой музыкальной школы имени Римского-Корсакова, которая находится на Адмиральской. Вот. И интерес со стороны николаевцев к этому фестивалю был большим. В этом году география фестиваля расширилась. Будут приглашены коллективы и солисты из Винницы, из Харькова, ну, из Херсона традиционно, из Одессы. И все это будет очень интересно. Все дни фестиваля будут очень насыщены. Я вас приглашаю. Я думаю, что каждый из присутствующих выберет для себя какой-то день из программы фестиваля. А может быть, побудет на всех 3 днях. Но вы зарядитесь энергетикой народной музыки. Полюбуйтесь, как замечательно звучит оркестр народных инструментов, отдельные инструменты. Это замечательно, я всех приглашаю. Еще раз, какие числа? Это 24, 25, 26 марта, помещение первой музыкальной школы на улице Адмиральской. Замечательно. Еще что интересного? Интересного вот еще что. Наш хоровой коллектив, тоже замечательный, «Сонечный струм», он прошел уже горнило многих международных конкурсов и привозил в хорошие места, и первые, и вторые. Вот сейчас он приглашен для участия в хоровой ассамблее в городе Киеве, которая будет проходить в конце апреля. И они приедут, немножко передохнут, и потом сразу уезжают в Чехию для участия в фестивале хоровом.
тоже их пригласили, потому что мы уже были на конкурсе «Прага-Моцарт», тоже заняли там первое место, наверное, оставили след такой замечательной в памяти чешской публики. И вот опять будем там покорять своим хоровым мастерством. Как раз хор ваш – это один из тех элементов, которые мы можем сейчас увидеть, послушать. Да. Есть у нас видеозапись, потом еще будет парочка сюжетов. Пока послушаем хор. Хорошо звучат, ребята. Какие, некоторые мы уже назвали направления, да, народных инструментов, хоровые. Какие еще направления, по крайней мере, из основных, по специализации вашей, можете? Вот сейчас у нас в музыкальном училище существуют такие отделы, как отдел специального фортепиано, это пианисты, отдел струнных инструментов, это скрипачи, виолончелисты, альтисты, контрабасисты. Отдел духовых инструментов – это деревянные духовые, флейта, кларнет, гобой, фагот и медные – труба, тромбон и туба, самый солидный, валторна. Вот. Народные инструменты, о которых мы вот говорили, мы не назвали, правда, когда говорили об этом отделе, о балалайке, она у нас тоже есть, у нас прекрасно есть тоже исполнитель на балалайке. Вот. Потом отдел хорового дирижирования, который вот представлен нашим хором «Солнечным струн». Кстати, я не сказала, что руководитель хора Юрий Николаевич Черепухин, очень влюбленный в свое дело человек, талантливый и уже много лет руководящий этим хором. Вот дальше у нас молодой отдел музыкального искусства эстрады, который сейчас даже делится на две такие дольки, инструменталисты-эстрадники, там у них саксофон, и пианисты есть эстрадники, ударники-эстрадники, и, естественно, вокальная веточка, эстрада-вокальная. Отдел теории музыки, это наши теоретики, это наши умнички, которые вот, ведут наши концерты, анализируют, рецензируют и так далее. Вот такие направления. Ребята у нас все замечательные, как правило, в коллективе все влюблены в свою профессию. Вот. Может быть, с первого курса не всегда понимают, что профессия, она обязывает заниматься каждый день. Вот. И только большие результаты, они приходят в результате большого труда. Ну, такие иногда уходят от нас, а те, которые остаются, они, как правило, получают замечательную профессию. Знаете, как, перефразируя слова песни, «Мир без чудес черно-бел», так и мир без музыки, он тоже, наверное, не такой яркий. Поэтому музыка, она всегда с нами. Она в минуты радости нашей, в минуты грусти нашей, она вся помогает нам жить. Ребята наши успешно работают по музыкальным школам города и области. Это их основная профессия, которую они получают по диплому.
Они работают в филармонии областной, они играют в оркестрах. Вот. Ну и по-разному, конечно, устраивается жизнь каждого. Иногда не получается по профессии, но это единицы. Это единицы, это исключения. А в основном наши ребята, как правило, находят себе работу, находят применение себе, потому что знания получают замечательные. Руководит нашим учебным заведением Анатолий Архипович Сирота. Работается с ним очень интересно и легко. И я думаю, что училище наше, оно вот не будет терять той высокой планки, которая есть, и готовит ребят. У нас же очень большой процент каждый год поступает в музыкальные академии. А это показатель того, что подготовка очень хорошая, понимаете? И они выдерживают экзамены вступительные, творческие. Сейчас, правда, по-другому это все, не так, как мы когда-то поступали, писали сочинения и так далее, рисовали историю. Они это все в тестах показывают, демонстрируют. А вот творческий экзамен, он все равно остается. И вот и в Киевскую музыкальную академию национальную, и в Одессу, и вот и в Харьков в этом году поступают уже, и в Донецк. Не, в Донецк сейчас, в Донецк не поступают, потому что очень много в Донецке училось наших именно эстрадников. Там эстрадный факультет. И сейчас вот пока эстрадники наши поступают, основная их база продолжения образования – это училище имени Глиера в Киеве. А училище Глиера там есть и высшее, делится такого уровня, как наше училище, и высшее, третьего уровня. И вот они продолжают совершенствоваться там. Пока так, это... мы можем посмотреть еще, по крайней мере, один видовой сюжет. Вы упомянули о Да, у нас недавно прошел концерт, большой концерт. Он был приурочен к третьей годовщине событий на Майдане. Вот, и мне хочется вам показать один номер. Вот ударные инструменты, да? Казалось бы, ну вот барабан. Ну, как он может что-то сыграть отдельное? А вот в ансамбле ударных инструментов, послушайте, какая замечательная музыка, какой замечательный номер получился. Пожалуйста. Хочется особо сказать о нашем самом молодом отделе. Это отдел музыкального искусства эстрады. Руководит этим отделом выпускник нашего училища Владимир Алексеев,
который себя показал очень умелым организатором, талантливым музыкантом, потому что ребята этого отдела ежегодно принимали участие во всеукраинских международных конкурсах, привозили много наград в разных номинациях. И вот сейчас, наверное, николаевцы не раз уже слышали, бывали на концертах нашего замечательного оркестра Big Performance Big Band, вот так, вот, который начинает или заканчивает концерты всех наших джазовых фестивалей, который учредил тоже вот наш Владимир Вячеславович Алексеев, сам яркий исполнитель. И мне хочется сейчас сказать, что они недавно вернулись из Киева, где были включены в Ассоциацию эстрадных и джазовых оркестров Украины. Молодая ассоциация, еще непонятно, вот как, в какой форме будет это сотрудничество, но, в общем-то, мы уже замечены, на нас обратили внимание, включили в ассоциацию всеукраинскую подобных оркестров. Возможно, будут включены в какие-то проекты этой ассоциации, может быть, какие-то материальные будут помощь какая-то. Мы надеемся, во всяком случае, работаем. Еще мне хочется сказать, что в начале апреля, 7 апреля, уже второй всеукраинский конкурс эстрадных и джазовых исполнителей «Performance Jazz» будет проходить в нашем городе. Вот. Все конкурсные прослушивания будут в нашем училище по улице Севастопольская, 2, а вечерние концерты будут проходить в концерт-холле «Юность». Все это очень интересно, потому что открывать этот конкурс 7 апреля, ну, кроме регистрации прибывших участников, вечером будет концерт Фила Машадо, бразильского исполнителя, вокалиста и гитариста. Вот, я думаю, все это будет интересно, потому что по опыту прошлого конкурса было все замечательно и высокопрофессионально. Я вас приглашаю. А сейчас послушайте, пожалуйста, дуэт в составе Владимира Алексеева и Татьяны Алексеевой, которые исполнят вам замечательную популярную песню «Мун Рива».
будет. Отже, побажаємо Миколаївському державному вищому музичному училищу нових успіхів, здобутків. Нагадаю, в гостях у нас була Світлана Дмитрівна Дегтярьова, заступник директора училища з виробничого навчання. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Побачимось. Дякую.